Всем привет! С вами Тристания, и я рада приветствовать вас! Сегодня я покажу вам процесс создания браслета с применением трости «Гипнотическая спираль». Как я создавала эту трость, вы можете посмотреть у меня на канале. Ссылку я оставлю в описании. Для работы нам понадобится полимерная глина черная и, собственно, сама трость. Также необходима формочка-круг, щетка, лезвие, наждачная бумага от крупной до мелкой зернистости. Для полировки я воспользуюсь дремелем. Раскатываем черную полимерную глину в пласт 2 мм толщиной. Текстурируем одну сторону щеткой. Отрезаем от трости пластинки толщиной около 1,5-2 мм. Укладываем элементы на подготовленный пласт, слегка прокатываем скалкой. Теперь необходимо заполнить пустоты между элементами и пластом. Для этого я воспользовалась круглой формочкой. Отрезаю необходимые мне кусочки и заполняю ими оставшееся пространство. Для того, чтобы все выровнять, берем кальку, укладываем ее на пласт и кусочком бумаги, сложенный в несколько раз, разглаживаем поверхность. Разглаживаем все до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой. На внутреннюю часть еще раз наносим текстуру, если она немного смазалась. Выравниваем заготовку.
отправляем браслет на обжиг при температуре 110 градусов в течение 30 минут. Когда заготовка остыла, приступаем к шлифовке. Шлифовка необходима, и процесс этот не быстрый. У меня ушло на эту процедуру примерно 1,5-2 часа. Начинаем с самой крупной наждачки, у меня это 400. Затем переходим к более мелкой, последняя, в моем случае, 2000. Шлифуем с водичкой, в воду добавляем немного жидкости для мытья посуды. Шлифовка раскрывает всю красоту данной трости, цвета становятся более яркими и насыщенными. Когда шлифовка закончена, приступаем к полировке, чтобы наш браслет раскрылся в полной мере и вид был более красочнее. Думаю, на видео очень хорошо видно, как наше изделие преображается и приобретает глянец. Лаком такого эффекта не добиться. Готово? Вот что у меня получилось в итоге. Браслет невероятно приятный на ощупь, гладкий и мягкий. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков. Пока-пока.